мои! Привет! 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 Хай всем арбузные! Сегодня будем играть в новую для меня игрулю. Новая для меня игруля называется A Dark Wood. Кто такой Антоха? Кто Антоха? Привет, Кобзон. Привет, кот на арбузе. Да? Мы сегодня будем играть в Dark Wood. Подарок от мистера обороны Ван Райдена, да. Вот. Не знаю, о чем игра. Она с видом сверху и вроде как страшная. Так что... Если что, а там... Готовьте штанишки, наверное, не знаю. Все такое. Рар. Игра запускается. Это типа survival horror. Хай. Вот, вот такой жуткий лес у нас будет. Let's play. Новый. Сложность. Что такое Indivo? Включится дополнительный, но не связанный с вселенной игры контент. А-а-а. Окей. Давай вот так оставим все. Играть. Стандартные настройки, так сказать, для обычной игры. Вы собираетесь играть в сложную игру, где не прощаются даже малейшие ошибки. Уважайте лес, будьте терпеливы, сосредоточьтесь. Я нормально нажала, а не сложную. Не пугай меня, игра. Ты. Чё, блин? Ты чё? А чё, она загружается или что это? Блин, сосредоточиться для меня это как, не знаю, за испытание целое. Чего нажимать? А. В их глазах я вижу ненависть и страх. Как по звуку, кстати. Будто я виноват в распространении заразы. Жесть. Будто я источник всех несчастья, опустошающих эту землю. Мне негде от них спрятаться, некуда бежать, лес что-то там сделал со мной, бла-бла-бла, и не успела. Мы обречены. Ф. Да. Ой, а вот такие маленькие мы. Такие маленькие. Жесть. Так, ну, у нас есть подсветка, это уже неплохо. Самогонный аппарат. Это именно то, что нужно при выживании. Ну, в целом, обеззаражить. Не пить, обеззаразить. Я так напомнить, зачем я сюда подписался? Какая я тебе Нина? Сейчас будем страдать в Дарквуде, но я... Ок, ты меня заинтересовала. А, давай, давай. Да, мы будем играть. Так, самодельное устройство для перегонки самогона. Привет, кстати. Все? Я тебя просто прочитала, ничего с ним сделать нельзя. Таблетка. Это что, это все? Больше ничего не влезет? Блокнот. У меня нет ничего. А, все? Он просто типа... Забаррикадированное окно. Слушай, может, мне не надо разбаррикадироваться, раз уж я сама забаррикадировалась. Может, там
Что-то опасно. Единственное, что здесь растет и пригодно в пищу. Подожди. Единственное, что здесь растет и пригодно в пищу. У меня еще осталось немного. Так давай тут пока еще посидим. Деревянная дверь. О, это мой домик. Самогон и таблетки. Блин, кошмар. Это мне надо или нет? Саквояж, зенит. Один фотоаппарат. Ну, не то чтобы сейчас это кому-то надо что-то фоткать, но... Кстати, а зачем он взял? Это что, призрак или что это? Ладно. Там долбится в окно. Клетки в этот раз пусты. А, я там типа кого-то ловлю. Жалко, нет веревки. Кот на арбузе. Давай вот без осудительных высказываний. Замок давно заклинило. Плевать, я и так складировал там только бесполезный хлам. Я не буду читать спойлеры. Я бы лучше не открывал. Я приложил слишком много сил, чтобы его там запереть. Кого, блядь? Кто это? Хрен разглядишь, что там. Привет, Чинзин. Это не спойлер, забавный факт, не боюсь. А ты уже подписал спойлер. Я и мою игру играем. Да. Я об этом уже сказал. Я в... Как ваши дела? Ну, с переменным успехом, я бы так сказала. Ключи вроде ты оставлял в шкафу. А, окей. А где шкаф? Мои инструменты, которые не дезинфицировались уже много лет. Местным пациентам я уже ничего не... Уже ничего не поможет. А. То есть ты врач? Можешь взаимодействовать с объектом, который находится в определенном расстоянии. Я уже поняла. Я только проснулся. Да? С таким видосом сверху обычно клевые стрелялки делают. Ну, видимо, это не тот случай. Делаем ставки, это игра на 2 часа или на полное прохождение. В смысле, я всегда полное прохождение прохожу. Игры есть? Ну, должен быть. У меня в ОБС обозначается, что вы все слышите. Хм. Медицинский справочник. Это можно листать, нет? Видимо, нет. А, спичка. Иногда игры просто откладываются. Ну, так как у нас хоррор октябрь, и я должна успеть его пройти, наверное. Она же недолгая. Моника. Что там было написано? А, я заболталась. Наверное, ничего важного. Это радио. Да? А уже много лет в эфире царит тишина, только иногда мне кажется, что сквозь шум слышны голоса. А, чувак, это обман твоего мозга. Ай! За что? Так, я тут уже все обыскивала. Ты лучше туда сейчас не заходить. Почему? Это операционная? Что это? А это я двигаю ящик своим телом. Жесть. А это что за звук? А, это радио. Так выключу его нафиг. Разобрать окно. Блин, зачем? Где-то мне нужен шкаф. А, я уже нашла. Это шкаф был или нет? От стиля игры зависит, можно быстро пройти каждый уголок следовать. А.
То есть это не шкаф. Окей, а где шкаф? А, вот так. Тыщ, 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 тыщ. Открыть. А что будет, если я открою? А если же про кубку, можно применить ключ. Да? Правую или левую? Левую, а не правую все-таки. Заперто. В смысле? Как я это нажал? Ладно. Что это такое? Что это за хуйня? Это дохлая собака? Надо закрыть дверь. Моя псина, наверное, уже не выкарабкается. Нужно ей помочь. Пиздец, у меня была псина. Колодец. Веревка. Задушим ее. Или как ты собираешься ей помогать? Деревянная кукла без лица. Зачем у тебя она? Как мы помогать ей будем? Надо добить собаку. А как? У меня ничего нет в руках. Чем я ей помогу? Ну, типа, я даже не знаю, на какую кнопку там драться. А мне нет? Привет, мистер Маск. У меня нет никаких способностей, понимаете? Просто я не могу это сделать. Я бесполезный какой-то человек. Контролом или шифтом быстро Я потерял дичь. Предметы в инвентарь. Окей. Тушить. Так. Не знаю, на шифт я бегаю просто. Я не знаю, как это сделать. Он не знает, как это сделать. Машина. 125 рублей? Дешевая машина. Когда-то она была роскошью, но с тех пор, как все дороги заросли, она стала бесполезной грудой железа. Народная трибуна. Мне все пишут, что я должна перепрыгнуть через забор. То есть это без вариантов, да? Роскошь. Ну да, так вот. Я просто не особо хочу куда-то... О, взорваться, потому что у меня оружия не было. Теперь есть... Ага. Так, топор. Вот так. Теперь у меня есть топор. Ага, вот так бить. Ну что? Ну что, пес? Что это у нас за прическа такая? У нас магавка какой-то или продзалысин?
Эх, бедный пес. Да вот так, потом вот так. Блин, как медленно. Тут ничего нету. Да что? Ну а что с ним делать еще? Там ловушка. Что-то меня не пускает туда. Куда я иду? Куда? И что это я тут прошу? Хуяр дерево? А что так можно? Жесть. Деревья тут растут слишком быстро. Чуть-чуть я перестану успевать их рубить. Капкан. Нужно быть осторожным. В лесу их полно. Он может нам пригодиться, наверное. Скелет коровы. В самый момент, короче, топор до этого момента можно сломать и зарыть себе всю игру. А, да? Его надо чинить? Бля. Локация дорожка. Ладно. Ты, сука, помалкивай, лес сраный. Я сейчас как порублю тебя. Будешь знать. Привет, Луна. Закрыл все ходы. Олес закрыл все выходы и выходы. Никто не успел прочитать, что там написано. Пойдет хуярит лес. Ну а чё он? Да блядь! Вороны. Упавшее дерево. Тут везде сплошные упавшие деревья. Давно не была. Да, редковато. В этой части леса очень... Я не успеваю. Что написано было? Какого хрена в игре под названием Темнолесье так много деревьев? В смысле? А они выросли? Заброшенный дом. Где? Что из этого дом? Я не вижу тут никакого дома. Ой, что это такое? Еще пару дней его полностью абсорбирует. Он типа в дерево врос. Ой, нет, нет, нет. А как отменить это? Вот так. Очень интересная причина, почему так много деревьев. Тебе понравится. Окей. А, блин. Не надо. Что это такое? Пытаюсь разглядеть. Ну класс, я не знаю, куда идти. Что это за олень такой? Мистер Кременчук. Вы что тут шалите? Проход починить. Починить?
Радиоактивная олень. Тряпка. Так что у меня вообще есть? Доска. Тряпка. Самогон. Саквояж. Металлолом. Точила, блин, для топора нету. Так что я пока не буду ничего чинить. Обойдешься. Проход починить. Обойдешься. Хотел бы выбить подобные помехи в игре. Ну, технически они как бы... Есть, но только на моих стримах. Увы, увы. А его досками с гвоздями. А у меня такого нету. Да. У меня есть одна доска. Крафтинг. Факел. А, я могу сделать факел. Это очень нужно. С вами вроде похожие были. Ну, типа, да. Наверное, нужная штука. Подожди-ка. А гвоздей у нас не было, да? Только доска. Так, гвоздей не было. А у меня персонаж устает? Так, тут у нас прохода нету. А это я все еще в доме. Кнопка спринта. Белую стамину. А, окей. А, кровь! Ну все, на пизда. Фу, зомби, что-то жрет. Сейчас мы и умрем, чекайте. А этот, похоже, еще дышит. Надо убить его. Ой. Они что-то он не бьется. Почему он его не бьет? Ключ. Привет. Он без сознания. Раньше его здесь не видел. У него про себя только ключ. Какой-то дневник. Если он как-то сюда попал, значит, должен знать, как сюда выбраться. О, мы его унесли! Конечно, по собственной воле он не поможет. Я маньяк. Но это... Что это? Уже не имеет значения. Что мы делаем с ним? Я должен выкарабкаться из этого проклятого леса. Что мы делаем? Моего душу. Что там происходит? Я не вижу. Покажи мне, как я тебя отпущу. Не верь ему, блин, у него топор. Иногда слышу я голос. У нас ХП что-то мало. Она зовет меня к себе. А кто? Да, наш персонаж тот еще. Где выход? Там или там? Покажи мне, где!
На, блядь, нихуя у меня кулаки. Ну все, пизда, дедуля. Я прихлопну тебя как муху, если вам будет нужно. Чувак, тут и так мало людей. А почему он не хочет говорить? Странно. Сыворотка, правда, побочные эффекты. Не надо есть, не надо пить, не надо спать по ночам. Всякая хуйня мерещится. А. Подонок украл мой ключ. What the fuck? Теперь мы за другого типа будем играть. Что? What the fuck? Как это вообще? Я ранен. Может сделать из этих тряпок бинты и перевязать раны. Так это не у того типа мало хп, а у этого. Самое смешное. В смысле самое смешное? Не надо смешное. Так, инвентарь. Бинты. Как это использовать, блин? Чего? Чего он их не использует? Тебе лямски, но если ближайшие 10 минут не помрешь. Такого не может быть. Постоять на месте. Как? Почему я не лечусь? Я нажимаю единичку, он не лечится. А, вот так? Выбросить. В смысле выбросить? А, я выбросила! А вот, я поднять могу. Так, бинты. Ну. Спасибо, мистер Ворон. А, не норы еще как могёт, так что готовлям. Ага. Сейчас я такая. Сейчас мне кто-нибудь скример кинет, ну и все, короче. Я пока подожду, пока у меня хп восполнится. Я не пойду без хп никуда. Тайник. А, вход в маленький подвал, может, в кладовую? Можно открыть с помощью отмычки. А у меня есть шанс, что я не открою. Так. Мне нужно взять отмычку. У меня только одна отмычка, подожди. А тут как я выйду? Так. Отмычка. Господи. Как сложно. Лопата. Лопата это хорошо. Фонарик. А как мне фонарик использовать? Я типа нажимаю на 2, он всегда горит. А в чем смысл, если у меня и так все светится? Типа 2 фонарика. Непонятно. Что-то... Что-то очко бы мне. На, нахуй. Другим способом нельзя сломать эту штуку? Поле зрения. А.
Не могу ее разобрать. Ну да, видимо, это единственный способ. У нас получается или нет, я не понимаю. Не хочется лопату терять из-за такой хуйни. Лопату нужно починить. Отлично. Никакой... Никакой хоррор не так страшен, как OnlyFans. Никакой... Не могу не согласиться. Ой, надо быстрее, пока фонарик не потух. Мама. Так, обыскать. Найден шприц. Наверное, полезная вещь. Лампа. Она светится или нет? Что-то не светится она нифига. Выключить, включить, выключить. Сейчас она включена. За свет не заплатила. Что-то непонятно, как-то она не светится нифига. Мама. Так, а это что такое? Так, а в чем у нас задача? Нам надо взять какое-то оружие. А, нам надо починить лопату. Блин, что-то не хочу идти. Да и туда тоже как-то неохота. Обыскать. Чего нету. Что-то радиус у меня даже с фонариком не очень. У меня фонарик вообще работает? А, теперь работает. Ха, я все это время без фонарика была. О, боже. Забаррикадировано. А, это всего лишь радио. Классная музыка, саундтрек мне нравится. Не пугай меня, сраная игра! Я думала, что с 2D не страшно будет. Да двинь шкаф. А, что так можно? Блин, что-то мне не нравится эта идея. Ну, вроде никого нет. Да? Никого ж нет? Генератор? Что-то он не включается. Ящик.
И слишком темно вот в этом месте, мне не нравится. Обычно генератор топлива залит надо, да? Ну, вдруг оно там уже есть, откуда ж я знаю? Реально, просто получилось за 10 минутами. Ну, вот так, да. А, металлический стол с кожаными ремнями. Окей. А, вот так все видно. А, фонарик. Ну, не работает ваша лампа. Привет, Капсон. Спасибо, забыл. Сама себя напугал. Так, канистра. Вот, неплохо. Теперь у нас будет свет. Ножка стола. Ага. Как жалко, что нет напульсника, да? Вы бы, наверное, видели, как мне стрёмно. Потому что так не особо видно. Блять. Чтобы наполнить генератор, возьмите канистру бензина, зажмите правой кнопкой, нажмите курсор на генератор, отпускай. Нажмите, блять. Как сложно. Так, я взяла бензин. Это уже пол задачи сделано. Так, три. Спасибо, мистер Капсон. Так, генератор. Возьмите канистру, зажмите правую кнопку мыши. Правая. Наполнить. Сколько лить надо? Опа! Работает! Я немножко бензина себе сохранила, вдруг понадобится. Там что-то шевелится. Фу, блядь, кто это? Куда бежать? Не хочу! Ножку в руки возьми как оружие. Что, серьезно? Это же Хэллоуин. Так весь месяц уже идет Хэллоуин. У меня. Ножка стула как оружие. В смысле оружие? Не хочу я никого драться. Я выкинула. Я думала, тут еще слот есть. Тебя не было? Ну все, я минус випка. Почти весь месяц тебя не было. Кошмар. Мне это все не нравится. Слушай, а я могу краситься? Ты болеешь? Ну как раз. Включил и болей. Так, я могу делать вот так. Я могу делать это в разные стороны или нет? Нет, только назад могу делать. Ой, походу будет самое долгое прохождение этой игры за всю историю. Да. Я говорила, я очень боюсь хорроров. Газ температуры 39. Док самое то. Термометр температура 39, смотрим хорроры. А что, здоровыми что ли смотреть? Не, здоровыми не получится. Тихо, не бить меня. Он отсчет делает. Отсчет чего-то делает. 4, 8, 9, 2. А! 4, 8, 9, 2. 4. Блять. Спасибо. Спасибо, очень удобно. 4. Блять. Где 4?
4, 8, 8, блин, 8, 8, 7, 8, 9, 2, 2, 2, кошмар, чтобы жить меня там не казала. Ах ты, кто это? А лучше не знать, блядь. Выпустите меня. Окей. Дверь заклинила. Может, попробуем выбить? Вот что-то мне не нравится это все. Слушай, чувак, у тебя лопаты нет. Может, починим сначала лопату? Запомни... Заспамьте бонка, поставить меня... Меня тут заставляет температура 39, смотри стрим. Это было мое предложение, а не указание, так что не надо. Точно больше никуда? Ну ладно. Давай. Спасибо, барон. Где мой лям, кстати? Меня наебали. Что за звук такой? Что за музыка? На, нахуй! Говна, кусок! В пизду тебя! О, уточка, нет, цыпленок. Класс! Спасибо, Гостас, спасибо, Гостас, что помог мне в этом. Цыпа. Это что, мне цыпа в награду? А куда он его сложил, эту цыпу? Хи-хи. Чё хи-хи? И как ты собираешься отсюда выбираться? Думаешь, ты справишься сам? Конечно, справлюсь. Что? Что? А? Мама? Мама? Ра! Чё ты на меня свои два пальца показываешь? Мы не умерли? Сейчас попью. Я теперь почти бодра. Это перчатки, не два пальца. А сколько там было пальцев в перчатках? Тут, в принципе, умереть нельзя. Ага.
от печи исходит приятное тепло. Я чувствую странный, но очень знакомый запах. Это запах защитного газа, который обеспечит мне относительную безопасность по наступлению ночи. Из огромного котла валят пары газа, которые затем бегут по длинным трубам, защищая весь дом. Вот ты меня рассмеяла. Я не успела прочитать ник. Ура, я кого-то рассмешнила. Ну, надеюсь, ты напишешь в чате. Спасибо. Пока я нахожусь в убежище, у меня есть шанс выжить. Смотреть странную бутылку. Давай. На бутылке приклеена небольшая инструкция. В 99 случаев из 100 пребывание ночью вне радиуса защиты газа приводит к немедленной смерти. Чувак. Рекомендуется распылить газ в помещении, предназначенном для ночлега. Типа сонный газ? Класс. Ну, как сонный, смертельный. Осторожно, даже в правильно приготовленная субстанция не гарантирует 100% безопасности. Будьте бдительны. Чтобы минимизировать риск, рекомендуется оставаться в застроенных и хорошо освещенных местах. Ладно. Чё в печи? Когда я пришёл сюда пару дней назад, печь уже была подготовлена. Мне нужно было только её разжечь, чтобы обеспечить себе безопасность. Скорее всего, дом служил нам когда-то убежищем. Жители леса ведь не должны выдыхать эту гадость. Какую гадость? Заглянуть в кастрюлю. Маленькая чугунная пустая кастрюля. Я ей еще не пользовался. Я не чувствую ни голода, ни жажды со времени этого происшествия пару дней назад. На одно не дает мне покоя. Эти грибы, эти красные пульсирующие грибы, они вызывают у меня аппетит. Что? Может, все-таки этой кастрюле найдется применение? Доза. А мне еще делать тебе дозу, чувак. Sorry. Обойдешься. Так, у меня пустой инвентарь. Смысл игры бегать перед грибы. Класс. Дорога домой. Какая миленькая, прям так и хочется по ней проехать. Гвоздь. О, у нас есть гвоздь. Гвозди я дам. Вчера я забаррикадировала одно окно. Если собираюсь здесь оставаться, то нужно делать то же самое с остальными. Логично. Только чем? У нас есть только один гвоздь. Этого недостаточно. Забаррикадироваться. Так, нужно 3 доски, 7 гвоздей. Какая дорогая баррикада. Чувак, у тебя ничего нет. Фу, что это за жижа? А, это грибы? Вкусно, наверное. Получилось. Угу. А могло не получиться? Гриб. Короче, ты бан, кемперство бан, оскорбление бан,
Оскорбление администрации разберем потом. Это правда, спасибо. Я не могу приготовить гвоздь. Да ладно, жареный гвоздь сделать, что ты. Главное, не наступай на грибы. А, окей. У нас есть чуть-чуть доза. А куда она? Типа, меня дает доготовить, типа? Веревка, самогонка, бутылка, книга о грибах. Класс! Поместится эта картинка в чат или нет, но я попробую. Там обычно специальный размер нужен. Капканы под окнами не тронуты. Ночь прошла удивительно спокойно. Класс. Хорошая, наверное, новость. Блять. Кто гавкает? День? Пока что. Польская игрушка, похоже. Не знаю. Куда мы вообще идем? Зачем? Ну, поляки так поляки. Что это такое? Построить колодец? У меня ничего нету, я бомж без ничего. Пила. Бензин есть. Делать доски из древесины и бензин. У меня нет бревен. Где я их найду? Тайник. Класс. У меня есть свой тайник, но номер которого я не знаю. Может, как предыдущий? Типа 9 или сколько там было? Сколько там было? 9-0 или 9-1 было? 2, не помню. И? Неверно. Не помню. Древесина. Ничего у нас нету. Гав. Чё-то темнеет, да? Ну, грибы. Класс. Топорик остался. У меня ничего не осталось. Банк генератора почти пуст. Бензина хватит только на одну ночь. Полную канистру нужно найти у подземного прохода. Где подземный проход? Факел. Хотя бы факел есть, не знаю. Спичка. Я выкинула спичку. Где подземный проход? А это были другие грибы. Ой, я травилась грибами. Ой. Я не знала, что это грибы, они какие-то другие.
Чё, дерево есть? А, дерево. Гвоздь. Камень. А, мне дали камень. Неплохо, неплохо. Ну все, бэкаем назад. Равна. На. На. Слишком мало бензина. Увы. Камень. Что ты с камнем делать будешь? А что мне нужно в первую очередь? Колодец мне нужен или не очень? Или баррикада мне нужна в первую очередь? А оружие? Его нету, того нету. Доска с гвоздями. Ага. Антидот. Капкан. Нету тут оружия. Только капканы всякие. Я забаррикадировалась. Все, досок нет. Все, проход перекрыт. Сюда больше никто не войдет. А кто вообще может войти? Вопросик. Ты с гвоздями оружие мышь. А, бревна. Только у нас этого бензина нету. Чё толку там нет бревен? Ручеек. Ладно. Нарыл, что туда не иди, да?
То есть сплошные тряпки, куда нам столько тряпок? И что нам со всем с этим делать? Сейчас меня сожрут, да? Опа. Это все, что я могу сделать. Включить и выключить. А я не могу оттуда бензин слить? Такой опции нету? Походу нету. Тихо, песики. И что, он меня съест сейчас и все? Что, мне даже драться-то нечего. Да сколько я, блин, буду драться? Я могу факелом ей ёбнуть по носу. В жизни это бы сработало. О, могу. Найс. На, нахуй. На, нахуй. Мясо. У, я поем. Класс. Так, тихо, факел кончается. А, ночь пришла. Возвращаемся домой. Пока есть куда вернуться. Чё-то мы ничего не успели, мне кажется, нам пизда. Палка с гвоздями. Думаешь, сделать? Примитивное оружие. Окей. Так это что, склад? Странный гриб. Где? Телка. Гриб оставлю так. Мясо. Мясо уже можно тоже приготовить как-нибудь, да? Грибы портятся. Окей. Быстрее, быстрее бежать, бежать и варить дозу. Как это ты не можешь мясо приготовить? Ты же дурак. Не может он мясо приготовить. Сохранение.
Очень подозрительное сохранение. Кровать. Поспать, может быть? Нет? Не хочешь? Он только по грибам. Понятно. Ну, одни из грибочков я раздавила случайно. Он, наверное, очень злой по этому поводу. Что мне делать? Генератор включи, молись. А, точно. Блядь, а как я генератор-то включу, если у меня тут уже все пиздец? Опа. Все работает. Там кто-то идет. Все, молюсь. Господи, помил. Я буду лампу включить. Выключить. Включить или выключить? На что это влияет? Что если я в некоторых местах выключу лампу? Что будет? Блять, я забыла о том, что эта хуйня здесь стоит! А что мне делать? А, выбирайся! А! Блять! Какой металлолом! А все, я сломала его? Вот сука. Лампа отгоняет смерть, но свет привлекает ебак. То есть безвыходная ситуация, блядь, какая-то получается. Мне кажется, сейчас будет самая тупая смерть в мире. Но она уже почти произошла. По сути. А что мне с мясом делать? Зачем оно на мне? Лампы напротив окон ставь. А ты откуда ты уже все знаешь? Прошел эту игру дважды, капец-то. Почему дважды? Типа... С первого раза не то вышло. Вау, геймер Нчак Бог. Не ставь, он написал. Не ставь, он написал. Да? Не ставь или ставь? А, наоборот. Конечно, ставь. А.
Что за звук такой? Звук спасения. А-а-а. Спокойно, эти кот. Я спаслась. Боже, у меня ХП восстановилось или нет? Оборотень, блядь. Твою вонь слышно за километр. Радуйся, что я не ем, падаль. Мясцо. Слышь ты! Днем и следующей ночью выживаешь, окей. Падаль, блин, он это... Фуристалкер. Ну, типа... Капюшон скрывает лицо говорящего, он от него растит мокрой землей шерсти. Фу, вонючий. А я знаю, что ты ищешь. Я помогу тебе вернуть пропажу. А время идет, пока мы болтаем... Идем? Текст загоражу. Я его читаю. Я помогу тебе вернуть пропажу, если ты взамен поможешь мне. Что ты на это скажешь, дорогуша? Привет, мистер Миша. Меня дорогушей называли. Фигура наклоняется ко мне из-под капюшона, доносится тихий хохот. Хули ты ржешь? Вроде в лохошении. Я думаю, ему похуй. Я знал, что тебе будет интересно. Но перед тем, как ты мы пожмем друг другу руки или лапы, да? Ты должен доказать, что сможешь выполнить поставленную задачу. Угу. И не хочется тратить время на каких-то неудачников. Ты, надеюсь, понимаешь это, а? Мясцо. Слышь, ты слишком дохуя уебываешься. Пси, да? Тебе подарили подписку, теперь у тебя больше эмоций. Ладно. Молодец. Покажи, чего ты стоишь. Доберись до глухого леса. Думаешь, это так просто? Я бы на твоем месте получше приготовился к этому... Подготовился к этому путешествию. Когда ты туда доберешься, жди меня здесь. Запомни это место. Оборотень забирает мою карту и что на ней малюет? А? Ты чего? Против оборотня легко. Халат медработника или кот? Кто? А, как интересно. Что? Почему? Такие, как ты, в итоге всегда приползают ко мне. Это же у него ствол? Это что, калашников у него там? Так, сплетничу. Давай расскажи мне что-нибудь. На твоем месте, мясо, я бы не нарвался на неприятности. Ну, или нашел бы какое-то оружие. Ну, да. Показать предмет. Цыпленок, фотография дороги. Хочется цыпленка. Красиво висится. Такая, на, смотри, что у меня есть. Смотри, смотри. Странно. Что это у тебя? Оборотель выхватывает фотографию у меня из рук и внимательно ее рассматривает. В итоге он взрывается смехом и обрызгивает фотографию густой желтой слюной. Почему желтый? Что у тебя там, моча во рту? Ага, это дорога. Давно уже ее нет. Она заросла, как и все остальные. Оборотель сбросил фотографию на пол. Бросил. Лучше забудь о дороге домой. Мясцо в этом лесу. Все дороги ведут только в жопу. Ты чё, блядь? Чё скажешь? Не советую тебе шастать ночью по лесу. Для тебя месяц — это верная смерть. Лучше спрячься в убежище перед наступлением ночи и молись, чтобы утро пришло поскорее. Окей.
Ну, а если ты бы захотел еще полюбоваться на прекрасное и суровое величие моего гения перед тем, как пойдешь в глухой лес, то можешь найти меня в моем лагере на сухом лугу. Чтоб я знала еще, где это. Оборотень указывает на точку на моей карте. А у меня есть карта. Мохнатая качалка. Так, мне нужно пойти потушить генератор. Всем торговать вроде можно, да? Что бы я могла у него купить? И на что, в общем-то... Нужно за день успеть дом подготовить и что-то исследовать. Да блин, я вообще ничего не успеваю. Чё мясо? Сам ты мясо, бля. Продать. Я тебе мясо могу продать. Хочешь? А у тебя куплю за это, блин, пистолет. Не хочешь, да? Металлолом. Мне не нужно это говно мясо. Ну иди нахер. Часы. Ну не нужно мне твое говно тогда. Цепь, труба, проволока. А что мне нужно? Факел, фонарик. Подтвердить. Меняем мясо на фонарик. Нормально? Хер тебе мясо. Ну а спичку, хочешь спичку? А две спички? Да в смысле? Давай факел, не знаю. А так? Я куплю оружие и патрон. У меня нету оружия и патронов. У тебя деньги сверху. Где? Что это? 258. Ну. Куда убрать? Чё? Ага. Привет, с возвращением. Я только говно могу всякое купить. Выглядит как обычное куриное яйцо, такое красное. Окей. Ну и ничего у нас не получится. У тебя все дорогое слишком. Могу батарейку купить. А нужна ли она мне? А куда я ее всуну? Канистра с бензином. А она нам бензин хватит? Сойдет. Отлично, нам хватило на бензин. Надо залить его в генератор. Или вот сюда. Вот сюда, наверное, да? Бензин. Так. Слишком мало бензина. Так налей, вот. Сколько тебе надо? Ну ладно. Ну хрен с тобой. Возьми в руки и залей. Ага.
Окей, окей. Пили. Есть, у меня есть доска. Доск есть. Это я могу починить? Гвозди. Я продала гвозди. А вот тут я выложила, да? Вот тут есть гвозди. Доска даже есть. Та-дам! У нас есть две двери. Сколько ночей пережила? Пока одну. Так. Пойдем гулять куда-нибудь. Я убила собаку. Тебя загрызли шавки. А я убила. Да, нельзя. Там мы были. Но под ногами в виде ключа? Где? Чё тут, ничего тут в округе нету. Кто это, блядь? Я уебу, если что. Моё. Это жертвенник, непонятно. Обыскать нельзя. Че, будем достраивать дом? Не подходи ко мне, у меня кипирован кусок мяса и... Я не побоюсь пойти с ним на закуску. Что? Так, сюда. Мало бензина, окей.
Сколько тебе надо? Та-дам! Я могу вот это починить? Вот этот проход. Это я не могу починить никак. Почему-то нету обозначений. Неприятненько. Так, хочу тут забаррикадировать. Выбери одну комнату. Ну, давай вот эту. Тут несколько дверей вокруг нее. Кроме одного вот этой вот дыры непонятной. Все лампы туда собрать. Думаешь? Жопа не пролазит. Вот с этим что делать? Еще один шкаф сюда поставить? Что-то он слишком легко двигается. Мне такой не нравится. Какую тумбочку еще? У меня осталось 5 досок. Сверху справа. Вот это? Припасище. Да, припасы, припасики, припасюнчики. Чтоб я знала, куда идти. Да и время-то уже куча прошло. Особенно далеко и не сбегаешь. Тут были грибы. Подлагала что-то странное.
Это грибы? Я не могу с ними ничего сделать. Это не красные грибы, да? Собака! А вот она где! На нахуй! На нахуй. Минус собака. Фред, вода. Спуск в подземелье. Какое подземелье? Где? Вот это? Трахнула псина, фу, какая гадость. В смысле забаррикадироваться? Кстати, вода там, мистер, на твоей мармеладке налёг, пиздец. Могу я это... Да, взять с собой. Опа. Моё. Дверь не заметил. Хлебушек, отмычка. Лампа. Могу лампу спиздить. Опа, канистра, сигаретки. Зачем? Продать можно, наверное. Если есть в кармане... Блять, сука, ёбаный капкан! Все, короче, валим отсюда нахуй. О, еще один капкан, можно спиздить. А ты говоришь, портится все это вранье. Ну, хуй знает, может быть, наверное. Что это за звук такой? Мне не нравится. Грибы журчали. А это грибы журчали? А где они журчали? Я просто, ну, не выучила, знаешь, звуки грибов. Звуки природы. Просто... Где? Вот тут в углу? Вот это? Ладно. Будет моё. Все, возвращаемся нахуй отсюда. Домой. За шкафом что-то есть. Я потом вернусь, наверное. Ладно, если хотите. Вот вы специально заставляете меня вот до ночи тут торчать, да?
вход подземелья. Спуск темных тоннелей. Нет, я туда пока не пойду без экипировки, без никакой. Без ничего. Мне нужен хотя бы какой-нибудь огнестрел, я не знаю. Вот это я это. Не пойду без ничего я, да. Так, тут умерла псина, значит, я иду правильно. Нагоняешь панику. Угу. Пес. А, капкан. Моя. А капканы лучше снаружи, наверное, ставить, а не внутри, как тут стояло. Колодец. Яй, хилочка. Внутри лучше? Окей. Так. Так, металлолом. А именно капкан у нас есть обезвреженный? Хлеб. Камень. Камень. Что-то нету. Баррикадируйся. Да блин, а что делать-то непонятно. Я сделала все, что могла уже. Я сделала все, что мог. А, генератор включить, блядь. Фиг ли вы мне не напомнили. А тут я буду жить. Так. Капкана у меня реально нет, да? Вместо них только металлолом и все. Ладно. Что ты там хихикаешь? Прекрасные звуки. Бензина всю ночь не хватит. Да в смысле не хватит? Я тогда одну лампу выключу. Логично. Антидот. Скабин ты капкан. Вот, могу капкан сделать. Если света нет, то всегда печка. Печка дает свет. А. Ну, вот я как раз возле нее. Класс.
Слишком опасно готовить ночью. Ну, как хочешь. Как хочешь, чувак. Так, капкан. Капкан у нас... Никого нет дома! Никого нет дома. Так. Вот сюда, обратно поставить, как он был. Если чел ударил 8 раз, то это свой. Откуда ты это знаешь? Я вам не верю. Иди нахуй! Все, ждем. Шкаф держал телом. Ладно. Че, все осветлеет? Или нет? А все кончилось. А реально не хватило бензина? Как это? Чего мне? Ну, у меня есть факел, наверное. Типа, уже нет. Я могу его скрафтить. Что мне делать? Ничего, жди. Ладно. Ура, музычка победная. Трэш. Ты все еще тут? А, это другой какой-то. Передо мной стоит мужчина моего роста. Сквозь матовое стекло шлема едва различал удивительно знакомые черты его лица. Это типа ты из прошлого? Кажется, будто накрытый старым мешком массивный шлем сросся с его несвязанно бледным телом. Дискастинг. Я помню его. Это он спас меня в доме доктора. Не припомню, чтобы меня кто-то спасал. Кажется, меня только там убили. Мужчина протягивает мне черную руку. Она, видимо, вся в угле.
Он показывает мне надпись на дырявой шерстяной рукавице. Мы должны держаться вместе, брат. Вот это уголь? Ну так... Держись. Не знаю. Он двигает губами, но все звуки заглушают шлем. Мужчина пожимает плечами, потом стаскивает огромный мешок с плеч и открывает его, показывая мне содержимое. Показать предмет. Смотри, фотография. Мужчина вытирает рукавицу на левой руке, а штанину достает уголек и начинает писать. Закончив, он показывает грязную руку. Все дороги ведут вглубь леса. Он типа не мой? Что у тебя есть? Бензин есть? Так, репутация. Пока нет у нас никакой репутации. Блестящий камень. Ну, давайте отдам хлеб. Нам не нужен же хлеб, правильно? И купим канистрочку еще одну. Да? Огнеопасные. Или две канистры. А что у него еще есть? Длинный ствол. Угу. Магазин. Таблетка. Газовый баллон. Дробь. Оружейные детали. Лопата. Не знаю. Даже лезвие топора. Это было бы, наверное, сподручнее. Но у нас нету столько всего. Нам нужно искать больше всякого. Батарейки. Куда нам их всовывать? Непонятно. В общем-то, все примерно то же самое, что и предыдущий чел. Лечит таблетки. Окей. А если я возьму так? Вот эта таблетка сколько мало стоит? 27. Доска. Подтвердить. Вот так. Он кивает. Я и мы договорились. Я потратила немножко репутации. Ну, блин, мне очень нужны доски. Сорян, чувак. Пока. Тихо, аккуратно. А, гвозди нужны. Куда? Готовить? Ура, мне приготовят нямку. Найс. Так, ну нужно залить срочно бензином. Так, верстак. Вот, гвозди у нас есть. Учитывая, что в прошлую ночь к нам приходила какая-то ебака, то нам точно нужно баррикадироваться. Досок больше нет. Ладно. Давай лучше сварим вот эту вот, что у нас там. Еще один грибочек нужен. И тогда у нас будет нечто.
Давай, лей. Канистра пуста. Окей, у нас есть еще две... Три даже. Или четыре. Жесть, мы богаты. Давай все. Класс. Да, можно будет вштыриться. Ага. Окей. Будем знать. Так, нам надо попить из колодца. До завтра. А. Что-то не хилится ничего у меня. Почему я не хилюсь? Я так не играю. Таблетку. Да, всего лишь. Мне так не нравится. Пойму бинты какие-нибудь сделаю тогда. Проспиртованные бинты пригодны для использования поможет при серьезных ранах. У меня не очень серьезная рана. Хотя же полный хп. Два это полное? Окей. Когда у меня будет больше полосок хп? Сгоревшая дама. Сейчас мы их облутаем. Слышу собаку. Собака! Вот она, сучка такая. Одна, надеюсь. Давай, беги, тварь, сама. О, две! Тихо, тихо, тихо. Чу-чу-чу-чу. Надо поаккуратнее быть. Это три? Третья собака? Господи, сколько их тут? Хоть одна нам наигрится нормально или нет? Давай! Собака, беги! Я не буду со всеми сразу драться. Не та напала, а другая. Опа, моё. Культ рычешь, но не потребовал ввести пароль, считая 10 минут, вырубил. Я не знаю. У меня такого не было.
Нет места. А, блин! Почему они не складываются один в другую? Давай бинты используем тогда. Хотя бы мы не сможем использовать сразу два бинта, да? Или там был один всего лишь? Ну да, это цифра 2. Бинт один. Да я спишу. Опа. Майом. Все, бэкаем назад, у нас нет места в сумке. Еще вернемся. Тут недалеко. Я правильно бегу или нет? Давай. Вот он мой домик. Двигай мебель, там бывают тайники, да? Но мы еще вернемся, так что. Пойдем варить супчик. Почти. Ну что-то можем прокачать. Тени. Нахождение в неосвещенных помещениях, особенно ночью, может быть опасно. Ага. Дальность зорко. Увеличить дальность обзора. Мотылек. Раз в день можно восстановить здоровье, находясь рядом с электричеством. С электрическим источником света. Неплохо. Навигатор. Раз в день можно увидеть текущее местоположение на карте. Можно восстановить здоровье, поедая грибы. Неплохо. Что взять, грибы или свет? Наверное, грибы, да? Пока что грибы лучше. Света не очень много. Нужно выбрать отрицательное качество. Свет лучше. Почему? Типа... А что можешь спасти? Сложно. А если я не буду вообще никак прокачиваться? Ну вообще никак. То что будет? Типа, может, оно мне нахуй не надо в целом. Может, и так можно пройти без этого, без всего. А я не могу, типа, отменить или чего? Так раньше мне, получается, не надо было бояться света. Это только теперь вот с этим навыком у меня появится боязнь тени. Просто без бонуса будешь играть так, вот так-то можно. Ну да, что-то... А зачем мне тогда бояться тени, если у меня нету бонусов-то все равно никаких?
А я уже не могу отменить. Уже не могу отменить. Игра такая. А ну все. А уже нельзя. Escape не работает. Сбежать нельзя. Да блин. Я не знала, что так будет. Очень грустно мне теперь. Жмите Q. Мотылёк. И что? Просто? Как его потом использовать? Там сюжетные катсцены при прокачке больше лора. Да? Ладно. Что мне надо вообще? Что мне надо? Ай-яй-яй. Что я... Все, не вернуть их. Я случайно нажала. Ну, блин. Ну, просветись, блин, теперь. Да. Глупо я, конечно, могла бы обменять их на что-нибудь. Я просто сама себя руиню игру. Так, бревнышки. А VR уже пробовали? Нет, там не получится сразу же его включить. Там нужно VPN, потом зарегистрироваться, потом нужно проверить звук, проверить, как работают игры. Там еще, возможно, понадобится микрофон, потому что, скорее всего, VR-микрофон хуёвый, скорее всего, будет и будет эхо, а это еще дополнительные деньги нужны. В общем, не все так просто. Давай уже допилим. Так. Так что... Пока без VR, пока мы не разберемся со всем этим. Вот. А то будете еще жаловаться. Вот, что у тебя такой хуёвый звук? А я такая, ну а чё я сделала? Один гвоздь нужен. А, сука. Один гвоздик. Нету одного гвоздика. Ну и ладно. Капкан, факел, факел. А, не знаю, нужен ли он мне. Вообще пригодился бы, наверное. Давай один сделаем. Ну все, можно сказать, мы к ночи готовы. Да. Динчик, гвоздь.
Вот сюда тоже пусть тут лежит веревка. Жена. Мясо. Таблетка. Это таблетка. Давай. Давай так. Металлом. Улучшить верстак можно? Слушай, это идея. Нужны гвозди. Да, сука. Нет гвоздей. VR завтра будет стрим. Ну ты так не обещай. А вдруг у нас ничего не получится? А вдруг звук будет говно? Непонятно же еще. Я уже ночью жду, мне уже это... Я уже не хочу. Не хочу дальше бегать. Я как-то очкую. Очкуем. Сегодня вместе мы с тобой очкуем. Да. Ладно, вернемся туда. Раз пока время есть. Вроде недалеко, да? Может, еще что-нибудь прихватим. Вообще, тебе к волку надо, по карте можешь глянуть. Не, ну могу, но. Я хочу быть готовой. У меня, ну, типа, если уж идти, то он должен что-нибудь. А вдруг там опасно? А я не готовая. Да. Гвоздь. Отлично. Самогон. Да я возьму на всякий. Нету тут нычок. Гав! Сейчас я как дам тебе, гав-гав. Стоит он там. Рыкает на меня. Давай! На. Да, блядь! Я не вижу его. Я его ударила или нет? Да, ударила. Чё это? Гав! Не слишком ли вас много тут псины, а? Это проход? А, это окно. Блять. Я что-то на собаку отвлеклась, забыла, что тут грибы. Сука. А мы не должны умереть от такого. Да? Если что, у нас пилюльки есть. Давай, псина! Ничего. С диваном что-то есть. Ладно, сейчас схожу. Проход починить. Зачем?
темнеет что-то сейчас. Схожу за твоим диваном. Тут же диван, да? Это ты умный. Белое платье. Белое детское платьице. Прикольно, как. Все, надо бежать. Шесть. Блять, что это? Три. Ха-ха, не получилось. Не получилось. Большую часть я вижу все равно. Так, я должна тут лечиться. По идее. Но что-то не получается. Белые таблы не лечат? А какие лечат? На выносливость? А, ну я как раз убежала очень быстро. Так что... А, вот это лечит, да? Подожди, у меня куча досок и гвоздей. Я хотела что-то починить. Но я не помню, что. В общем, буду ждать до утра. Больше ничего для лечения у меня нету, да? Есть факел. На всякий случай. Всё, ждём. Тихо, лапа, не надо вот это вот. Свети нормально. Кто нахуй? Ну, закройте дверь. Кто там? Нет, пизда отсюда! Кыш!
Сходи проверь. Не-н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 е. Не-н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 е. Такое со мной не прокатит. Сосед. Ага. Сосед не говорит, я хочу домой. Тихо, игра, не пугай меня. Я же знаю, что бензина у меня полно. Смогла отодвинуть. Причем легко, блядь. Я же говорила, бесполезная баррикада, блядь. На, блядь. Не помогает держать. Блядь, оружие сломалось. Нет. 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 Чини быстрей. Если что, у меня есть факел, я факелом буду бить. Все, мы выжили. Мы выжили. Та-дам! После каждой первой ночи вам приближается репутация у торговца. Шиш! Я крутая. I'm a cool guy. Так, починить. Вот, починись. Найс. А как я могу его улучшить? Нужно куча всего, да? Я кучу гвоздей на это потратила. Сука. Обидно. Обидно очень, мне очень обидно. Так, сколько уже стримчок? 2,5 часа? Ой, блядь, заткнись нахуй. Что мне надо еще сделать? Я хотела что-то починить, но я забыла что. Чач, что я хотела починить? Что-то где-то было. Кто это? Кто мы-то? Кто мы? А, вот чел какой-то стоит. Когда подхожу ближе, мужчина с облегчением стаскивает со спины тяжелый мешок. Сквозь матовое стекло шлема я замечаю его улыбку. Мужчина приветственно кивает головой. Яй, бля! Окно. Окно? Да.
Торговать. Что же бы мне у него купить бы? А что мне нужно? Странный светящийся гриб. Постепенно гниет. А для чего он мне нужен? Непонятно. Гвоздь, штык, часы. А зачем мне часы? Типа, чтобы знать, когда ночь приближается. Ну и мне и так вроде пока понятно, не? Мне бы пистолетик, да. А что мне для этого нужно? Магазин? Магазин малого калибра. А какой мне нужен для него? Малого или большого? Оружие, детали, дробь. Кассовый баллон. Патрон среднего калибра. Вот это какой калибр? Маленький, средний, большой, непонятно. Красное яйцо. А мне нужно улучшить верстак. Верстак мне нужно улучшить. Чувак, у тебя гвозди есть? У тебя гвозди есть. Ага. Так, гвоздь есть. Сколько мне нужно гвоздей? Сейчас надо посмотреть. Гвоздя. Улучшить верстак. Нужно 10. Имеется 5. Нужно еще 5 гвоздей. Окей. Так, можем... Камни. Давай камни ему продадим. Не знаю, хочет он покупать камни или нет. Металлолом, не знаю даже. Нужны только доски. Самогон. Мытика. Надо оно ему или не надо. Шина. Мы что-нибудь ему отдадим? Уже 5 гвоздей. Надеюсь, хватит. А мясо я взяла? Было куча мяса. Можем мясо в первую очередь отдать. То, что собаки дверь открыли, ну это вообще подстава какая-то. Так, торговать. Он покупает камни. Массу. Не хочу я приманивать никого. Мне бы наоборот. Или типа можно расставить мясо, и тогда не обратят на меня внимания, будут жрать его, типа такого. Гвоздь. Раз, два, три, четыре, пять. 5 гвоздей. Да? Подтвердить. Блин, не буду покупать оружие, пока не пойму, что из этого мне нужно покупать. Там же, наверное, будет рецепт, как создавать. Шиш! Вода. Одноразовый пистолет нужно... Что это? Трубка какая-то. Однозарядный. Одноразовый, блин. Лампа. Нужна какая-то штука непонятная. Лампа. А чего у него, сколько эта труба стоит? Она у него есть вообще? Вот это мне нужно, да? Он по факту одноразовый. Ну, наверное, лучше, чем ничего. Третий. Что? Я же уже улучшила верстак. Еще надо улучшить верстак. Что это такое? У него оно есть? Он уже никак не кивает, не реагирует. У него такого нету. Ну и зачем? Зачем я вот это вот все вот у тебя покупала? Ням.
улучшение ячеек ПБД. Дополнительная ячейка панели быстрого доступа. Типа мини-рюкзак, да? Инвентаря. А что такое ПБД? Это вот это? Инвентаря. Или вот это? А вот это, наверное, да? А пусть будет. Шиш! Теперь могу больше таскать всякого говна. Класс! Покушать? Блин, я бы туда под видосик какой-нибудь. А если я выйду, оно сохранится? Ну чё, чё, будем смотреть видосик. Ди-ди-ри. Ну вот сюда. Мяу. Спасибо. Да. А это точно все сохранится? Сохранится или нет? Сохранится или не сохранится, чат? Печку зайди свою, сохранится. Я зашла. И чего? А, вот сохранится. Ей, спасибо. Все. Ну ничего, ничего, нормальная залипалка. Мяв. Потом еще поиграем. Перейдем последнее сохранение 15 секунд. Да, все нормально. Подумаешь, 15 секунд.